Концерн «Видеосервис» с гордостью представляет. Он был одним из тех, кто сделал Россию великой. Во времена жестоких нравов, во времена кровопролитных войн, когда на российском троне восседал Иван Грозный, он положил к ногам России Сибирь. Он отдал свою жизнь, но обрел величие. Он вписал свое имя в историю. Ермак. На всю Русь той воли и земли хватит. Евгений Евстигнеев, Виктор Степанов, Никита Джигурда и Ирина Алферова в самом масштабном российском историческом фильме десятилетия «Ермак».